Поэтому еще раз для предпринимателей, кто верит в то, что государство скомпенсирует ему часть его убытков, я не разубеждаю, то есть это вопрос личных убеждений. Да? Я просто понимаю, что сколько бы финансовых ресурсов не выделило государство на компенсацию убытков кому-то, у государства все равно нет таких средств, которые варятся в бизнесе и являются сбережениями граждан. Да? То есть, ну, элементарно, государство, например, не может никогда выплатить зарплату всем трудоспособным сотрудникам, которые числятся в штате и получают заработную плату. У него просто нет так, по определению таких денег. Да? Вот. И исходя из этого, я предлагаю в том числе подумать об антикризисном плане в своей компании по принципу «помоги себе сам».